простой рецепт, но очень вкусно. Лук и чеснок обжариваем на маленьком огне 7 минуточек. Затем к ним добавляем свежую морковь и тоже обжариваем 7 минуточек. Затем к овощам добавляем любимый фарш. Я использовала куриный. Теперь все вместе обжариваем около 10 минуточек. По истечении времени добавляем соль и специи по вкусу. Я еще люблю добавлять немножко сахара. Томатную пасту разбавляем водой и все заливаем. Теперь накрываем крышечкой, тушим еще 10 минут на слабом огне. И приятного аппетита!